Мне нужна доза в пару серий. Быть в ужастиках, комедиях, гареме. Вернуться в школу, снова влюбиться, попасть в волшебный игровой мир. Я так устал все время злиться, почти забыл, как любил. Дайте мне аниме миллион серий, чтоб я до самой смерти не вылазил из постели. И в тетради смерти я б не написал ни слова, чтобы не видеть грусть, не видеть слезы снова. И я почти ослеп, а вижу боль, любовь и сиськи, и в конце сам стану аниме. И начинаем мы, как ни странно, с хентая. 6 сентября. Доши удачи. Это будет, как я уже сказала, хентай из двух серий по 30 минут. 10 сентября. Ова, девочка из чужеземья. Эта история полна печали. С этого момента давайте окунемся в неторопливую и прекрасную историю. Шива, маленькая девочка, любящая прогуляться по округе, живет в пустой деревне со своим стражем, монстровидным джентльменом. Он запрещает ей выходить за пределы деревни, иначе она может быть проклята. Но Шива очень любопытна и жаждет внешнего мира. В чем заключается проклятие? 12 сентября. Выйдет полуметражка «Легенда о Ло Сяохуэе». А на следующий день выйдет «Она» из трех серий «Другой мир». В этот же день выйдет еще двухчасовая полуметражка «Ура мечте лайф». Ну, здравствуй, стрёмный CGI. 20 сентября. Полуметражка «Здравствуй, мир». Япония, Киото, 2027 год. Старшеклассник Номами Катакаги сталкивается с странным парнем, который внешне похож на него. Более того, незнакомец утверждает, что он тоже Наоми, но прибыл из будущего, 2037 года. Разобравшись с ситуацией, объединив свои силы, эта парочка должна изменить будущее и спасти одноклассницу Рори и Тёгё, с которой нынешняя Наоми начнет встречаться через 3 месяца. 25 сентября выйдет «Ова», которая будет длиться 30 минут, моб-психо 102, путешествие, которое склеивает сердце и исцеляет душу. Ну, думаю, скорее всего, про типа горячие источники. На следующий день выйдет ОВА, по второму сезону заказывали кролика, а я все никак не сяду смотреть. А на следующий день выйдет «Легенда о Герое Галактики», фильм первый. А я все опять же не сяду смотреть. Ну, и последнее на сегодня, 30 сентября. «Фантастическая звезда онлайн 2», эпизод «Оракул». Это будет сериал из 25 серий.